часа нам. Стой. Еще раз яблоки. Доброе утро, очередной день. Мы делали промежуточную остановку специально, чтобы нам не так тяжело было ехать. Сейчас нам надо будет ехать около 7-8 часов. Мы едем в Кедрнатх. Подниматься мы будем на него, кто захочет пешком, кто захочет на мулах, кто захочет на вертолете. Подъем там 16 километров. Храм построен 5000 лет назад. Является храмом Шивы и одно из почитаемых мест для индуиста. Погрузка в наш автобус. Смотрите, ребят, путешествие мы начали вот отсюда, вот, потом ехали вот так, Сергей, показывай. Вот так, 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 вот так. И приехали в Ганготри. Потом пешочком прошли. Чирбаза. Чирбаза. Джобаза. Больше. И Гам. И до ледника Гаймук. Гаймук. И потом обратно. И сейчас мы едем. Вот сейчас мы здесь, Уттаркаш. Вот тут. И едем. И потом поедем на Кедарнат. Гаурикунд. Кедарнат. Ага. Гаурикунд. А потом Тубнат. Спускаемся и попадаем в Чопту. Да. И поднимаемся на Тубнат. Тубнат, да. Отдохнуть немножко. Смотрите, какие виды здесь. Мы поднимаемся, спускаемся. Один перевал, второй перевал. Очень красиво. Магазинчик. Можно конфетки купить. Вот такой вид открывается. Мы еще все на паркинге здесь стоим. Небольшой храм. Зайдем одним глазом, глянем, посмотрим. Хотите печенюшки? Конечно. Есть местные? Вот видите, это одно из проявлений. Это Кали. Вот там, смотрите, знак. Знак солнца, видите? Очередная у нас остановка. Остановились мы в городе, проезжали много деревушек разных, рынков фруктовых. Сейчас у нас будет небольшой завтрак или обед. Не знаю, потому что мы не завтракали. Покажу вам поселок, поснимаю. Вот такие вот всякие штуковины. Опа. Hello. How much fees? 40 rupees. 12. What? 12? 12. 40 rupees. Is this? Apples? No. 40 rupees 1 kg. How much? 1 kg 40 rupees. 1 kg 40 rupees. Не понимаю. 1, 2, а калькулятор? 1 kg. 1 kg? 40 rupees. 40 rupees. Хорошо. Thank you. Все, у нас появится сколько бананов. Вообще зелень. Да. How much this? How much? 50 rupees
51, судя по всему. А здесь? 50 рупий, одна ветка. Ага. А здесь? 150, 1 килограмм, судя по всему. Угу. А здесь? Апельсины? 50, 1 килограмм. Хорошо. Окей. Сделали мы еще одну остановку. Не получилось у нас покушать в городе. Там не было, видимо, того, чего мы хотели. Тут в горах теперь будем кушать. На рынке купил папайю, гранатов, ветку бананов. За все заплатил порядка 250. Это 5 долларов. И около 3 килограмм всего взял. Гранатка, я говорил, там по 150 были. Ветки бананов у них, интересно, они не килограммами, а ветками взвешиваются, и он считает количество. И если количества не хватает, он тебе докидывает. Ну, если много, то наоборот отрывает. Вот такая интересная штука, я с таким не сталкивался еще. Едем по таким дорогам, что это просто трэш какой-то. Это наши лесные дороги только в горах. Размытые, оползни вокруг везде. Хотите экстрима? Вот, пожалуйста, по таким дорогам покатайтесь. Вы как бы всю жизнь свою пересмотрите и назад, и вперед. А тут сейчас ремонтные работы ведутся, и мы в пробке стоим. Сейчас вам покажу, сколько здесь уже собралось. Смотрите, чик, а там вот экскаватор роет, роет. Ладно, наш водитель Гриша тут договаривается, чтобы пропустили. Ну, судя по всему, тут надолго. Ну вот прошло 20 минут, а мы все еще здесь. Все еще копают. И за нами уже пробка. Ну а нашим все нипочем, они уже зарядку делают. Ну что, ребята, флешмоб устроили, да? Вы местных предупредили о том, что здесь флешмоб? Они пока что просто присматриваются. Они думают, что за секта. Руками же. Мужчина, присоединяйтесь к нам. Не проходите мимо. Зачем стоим? Почем пиво холодное? Вам бы все шутить, понимаешь, эти блогеры. Сегодня суббота, да, Бог подаст. Бог подаст, да, спасибо, пойду. Видите ли, мы застряли в пробке с вами там, дорогу ремонтировали, а сегодня информационный центр, где мы получаем разрешение, работает до определенного времени. Если бы не успели, мы бы не попали с вами в Кедерахт. Потому что у нас бы не было разрешения, нас бы туда никто не пустил. Поэтому наш водитель Гриша летел сейчас по дорогам, как сумасшедший. Было очень страшно, еще страшнее, чем обычно. Поэтому я тут ребят уже подначиваю, что стоят они как за пивом. А это как раз-таки тот центр, где все это и будет выдаваться. Сейчас пойдем. Вот наш водитель Гриша. Thank you. Спасибо. Смотрите, мы как первые, так нам за нами очередь. Вертолетики летают. Вот завтра мы на вертолете с вами тоже полетим. Вот на таком. Вот, красавец.
Ну что у нас тут есть? Гранаты, бананы и прочие штуки. Ай. Тут покушать можно, таверна. Вот малыша попросили снять. Ай. Еще одна таверна. Вот тут, видимо, свадьба была. Тут украшено все. Очень много свадеб. Или... Ну, вот мы с вами погуляли по деревушке. Они все однотипные, все примерно одинаковые. Вот так и так же выглядят. Сколько мы не проезжали. Кафешки, магазинчики, таверны. Магазины, жилые дома, все вперемешку. Ребята хотели мороженого, но мороженого нету. Сказали, что здесь нигде в округе нету мороженого. Так что остались мы без мороженого. Вот так вот в Индии танцуют. Ну, я вот это видео. Кончился интернет. Видишь, детские танцы танцуют? Ну да, пришлось поучаствовать. Добрались до нашего отеля, в котором буду жить. Сейчас покажу вам номера. Здесь, в принципе, тоже все нормально. Кровати две. Телевизор. Большая ванная комната. Есть бойлер. То есть иначе должна быть вода горячая. Да, предлагаю даже сразу его включить. О, наверное, так. Что-то не то. И вид у нас. О, ну, уже темно, к сожалению, ничего не увидите. На горы. Большой балкон. Дива. Ну вот наша вилла. Туда. Вот. Ага, все правильно. Потом вниз. И вот здесь. Да? Понятно. Значит, номер у нас 203. С горячей водой. Вот, видите, вам даже человек сразу говорит, с горячей водой. Попробую переснять, потому что так скомканно получилось. Здесь на потолке есть вентилятор. Вот он, смотрите, красавец какой. Потом есть телевизор. В санузле нормальный унитаз, а не дырка в полу, как это бывает. Бойлер. И раковина. Ну и балкон я показывал. Дим, пару слов о дороге. Ребята, дорога — это жесть, но это приключение. Это часть путешествия. Без него не будет как раз. Чем темнее ночь, чем ярче звезды. На самом деле, дорога была отличная индийская дорога. Ничего лучше, наверное, нет для того, чтобы проникнуться индийским настоящим. Это как раз путешествовать по дорогам Индии, куда мы в центр страны, на маленьком, но замечательном автобусе. Дима, ты правду скажи, какие дороги плохие, насколько? А то люди не поймут, по твоим словам, все шикарно. Ну нет, это совсем не все шикарно. Это нормальная грунтовая дорога, где слева у тебя может быть в 40 сантиметрах обрыв, а справа, для того, чтобы две машины разъехались, нужно, чтобы сложились стекла, зеркала. Но никто из нашей команды не почувствовал себя ни ущербным, ни расстроенным, ни напуганным. Все было очень комфортно. Короче, Шанти. Идем на обед. Ой, на ужин, извините.
Сейчас покажу, что будут давать нам. Там прям кости валяются, короче. Да. Махабадхи, социальные леса, якобы это называется. Вот. И, собственно, Чарабаритал потом выше в Асуди. Брамачари, Ванапраса, Грихаста и Саньяса. Саньяса еще. Спасибо. Томатный супчик. Что-то как-то маловато, да, вчера было больше. Ну, место другое. Супчик. Викинг Туристик. Проверенное качество отдыха по выгодным ценам на viking.by.